46-летняя Виктория Макарская уважает семейные ценности и негативно относится к гостевым бракам. По словам певицы, в отношениях мужа и жены такое недопустимо. Недавно мама Ксении Собчак Людмила Нарусова призналась, что ее зять Константин Богомолов живет отдельно от ее дочери. Брак журналистки и режиссера в народе уже назвали гостевым. Виктория Макарская, которая уже 16 лет замужем за Антоном Макарским, убеждена, что это новое веяние до хорошего не доведет. Гостевой брак. Звучит как-то безграмотно и смешно. Зачем вообще называть браком то, что им фактически не является? По-настоящему любящие друг друга люди стремятся к целостности, к тому, чтобы просыпаться и засыпать в объятиях любимого человека, заявила артистка. Макарская даже представить не может, что они с мужем станут жить отдельно. Виктория боится, что новый тренд приведет к тому, что появятся гостевые дети. Стыдоба-то какая. Все, зая, ты мне надоел под вечер. Тебе пора уходить ночевать в детский дом напротив, потому что маме так удобнее. Корни всего этого, безусловно, в отсутствии настоящей любви, высказалась певица в интервью телепрограмма «Про». Того же мнения придерживается Иосиф Пригожин. Продюсеру нравится чувствовать любимого человека рядом, и ему совсем не нужно отдыхать от жены Валерии. Людмила Нарусова рассказала, что они с Ксенией и ее сыном Платоном живут в частном доме в элитном московском поселке, а Константин Богомолов по-прежнему обитает в съемной квартире в Москве. Ксения высказалась о своем гостевом браке, опубликовав забавное видео с мужем. Пара отдохнула на Мальдивах.